Блять. Ну что, ребята, как настроение? Новогоднее? Или не новогоднее? Привет, Флори. Привет, Никитос. Вообще нет, понимаю. Тоже не новогоднее особо. Особенно оно стало не новогоднее после альбома, который я сейчас послушал. Да, там 3-4 песни мне сказали, более-менее. Я тоже послушал, мне вроде 2 зашло, что-то такое. Привет, привет, Альберт. Как ты, брат? Как пацаны там? Я видел, вы там отдыхаете уже. Короче, я что хотел сказать по поводу альбома Playboy Carti. Давайте начнем с того, что мне насрать, кто ты, что ты, твой статус, сколько у тебя денег, сколько у тебя машин, вилл, домов. Вообще, да, вот это все, сколько у тебя там стримов, там не стримов, мне абсолютно наплевать на это. Значит, альбом я, вот когда начал делать там, я начал с олдскула, понятно, но Carti очень мне много дал в плане ньюскула, и я фанат Playboy Carti. Так вот, первые его альбомы — это шедевры, и альбом Da Elite — это вообще, это, ну, он на века, как бы. Это полное мясо, я считаю. Но вот этот альбом, который он выпустил, это какой-то, простите меня, но это личное мое мнение, вы можете со мной не соглашаться, да? Но это какой-то эмо, кор, рэп, это какой-то высер, блядь. Ну, он не качает вообще, то есть, если у вас проблемы со слухом, а у вас, по-моему, проблемы со слухом у многих, он не качает вообще. То есть, если сравнивать Da Elite и Whole Lotta Red, like, сказал вот Nar on the track, это битмейкер, с которой работал с Larry June'ом, он сказал, и этот альбом надо было назвать Whole Lotta Trash, а не Whole Lotta Red. И я абсолютно с ним согласен, но это пиздец полный. И непонятно почему, то есть, либо Carti поменялся, либо его окружение, либо это продюсер, я не знаю, что там произошло, или с ним, или с его продюсером, или что там вообще происходит, я не знаю, но одно могу сказать точно, я расстроен, блядь, вот реально, меня расстроил этот альбом, потому что, ну, я 2 года ждал, и... ожидал получить какие-то позитивные вайбы, попрыгать у себя там дома, покачаться, подэнсить под его музыку, как я делал это раньше. Я этого не получил. Может быть, какие-то любители рока, эмо-музыки, да, там, панк-рока, я не знаю, они кайфанули. Может быть, он это сделал для них. В общем, расстройство, полное расстройство. Я надеюсь, что на Deluxe будет побольше классического Playboy Carti. Потому что я считаю, что он и так привнес очень многое в музыку, да? Сколько ребят захотело взять его флоу, его подачу, его технику. Даже я это не скрываю, я очень много взял от него.
Я очень кайфую от его музыки, от его творчества. Но, бля, рэперы очень хотят быть рок-звездами и Playboy Kizar. Да. Привет, Барян, как ты? Рэперы хотят быть рок-звездами. Я соглашусь, что сейчас рэперы действительно ничем не уступают рок-звездам по финансам, по образу жизни, да, по всему. Но я считаю, что рэп — это рэп. И когда он не качает, это не рэп. И большинство музыки в последнее время, которую выпускают, она меня не качает. Очень много, мало людей, которые что-то выпускают. И самое интересное, о них мало кто знает. У них нету никаких ни там вилл, блядь, домов. Они живут обычную жизнь, обычные люди. Но их музыка намного больше доставляет и приносит, например, мне, я не знаю, как вам. Потому что вы, наверное, судите по тому, что у кого есть, да? Это чуть-чуть неправильно, потому что вы никогда не разберетесь в музыке действительно, и в жанрах, и в что это такое, да? Если судить человека по что у него есть, да, в жизни. Ну, это как минимум глупо, ребята. Очень глупо. Так, ну, это странные ценности просто в жизни. Как-то так. Слава богу, у нас есть еще Savage, блядь, Ганна и так. И еще очень-очень много всяких ребят интересных. Go Drill. Drill... Что-то как-то не знаю. Очень его просто делать. Очень просто делать дрил. Ну, как бы. It's easy. Вот. А ваше мнение теперь хочу узнать. Как вам альбом вообще? Как вам альбом? Вам понравилось? Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Как тебе Youngboy? Youngboy нормально делает. Да даже, да, вот не то, что мне не понравилось, просто странно, я не ожидал, действительно, я просто не ожидал. Барян, я знаю, что ты топишь за меня, братик, я знаю. Просто на самом деле я бы хотел пообщаться с человеком, которому понравился альбом, и хотел бы какую-то адекватную рецензию получить. Почему, как и что. Если есть такие люди, которые альбом эксперимент, хуёвый эксперимент, ну, максимально хуёвый эксперимент. Какую-то вот... По фактам, знаешь, все расписал, мне по полочкам разложил, я бы очень хотел послушать. Может быть, я и не прав, я не знаю абсолютно. Привет, Колян. Альбом охуенный, весь день напеваю. Интересно, что ты там напеваешь?
Бля, а ты типа кореш с Тори Лейнзом. Я понял. Твоя музыка заставляет остановиться и задуматься, и найти себя, понять, как есть все на самом деле, с открытыми глазами. Бля, спасибо, Барян. Спасибо. Ну, знаешь, многие люди не очень хотят открывать глаза. Понял? Что открываешь глаза, а там, бля, нихуя себе. Типа, лучше бы я их и не открывал. Согласен? Мне кажется, он просто хочет провести эксперимент и посмотреть, как слушатели отреагируют на такое. Хорошее мнение, зачет принимается. Молодец. Привет, привет, Джаба. Спасибо. Майк, you started to learn Russian or what? Merry Christmas, Майк. Хотите эксперимент, опустите водного и попробуйте не покашлять. Вару. Сейчас еще раз послушал. Такая хуйня. Да, брат, да. Да. И самое, что интересное, мои кенты со Штатов, они вообще, ну, там мой менеджер, да, который работает там с Рэй Шремут и с много с кем, короче, там, не буду перечислять. Он говорит, это пиздец, типа, ну. Я думаю, если будет делюкс, там будет обычное звучание. А это что-то вроде эксперимента. Дай бог, мэн. Если так будет, это вообще... Это будет круто. С ТикТоком вообще интересно. У меня там 300 или 400 миллионов просмотров. Меня там даже нет. Меня даже нет в ТикТоке. Но у меня больше 300 лямов там просмотров в общем. Как-то так. Да, это смешно, реально. Планируешь под старость музыку делать? Я планирую делать музыку, когда до тех пор, пока я смогу ее делать. Ты король ТикТока, ты знал? Нет. Если честно, я не знал. Новую школу слушаешь или кого-то из стариков? Иногда я слушаю вообще разную музыку. Абсолютно не только рэп я слушаю. Сколько? Хочу сделать Twitch канал. Играю сейчас в WoW с моим корешем детства.
Да, с Питера там Колян есть такой, мы играем с ним аренку, и я кайфую, вот думаю Twitch канал сделать. Я не профессионал, я просто любитель, но мне очень нравится. На EP Джаба последнем мне очень понравился трек совместный с Майотом, Кисти называется. Очень неплохой. Олег, когда пить Слубэга? Братан, я ему вчера позвонил после нашего с тобой разговора. Mamba number 5, man. Как тебе музыка NLE Чапа? Неплохо. Неплохо. Не все далеко, но неплохо. Да так же, как и моя музыка. Мне далеко не вся моя музыка нравится. Что-то классное, что-то нет. Что-то для любителей, что-то для ценителей. Все по-разному очень. Я не переношу свое вообще старое творчество, не могу вообще слушать, я не перевариваю там старые-старые вообще времена. А кому-то очень нравится старая моя музыка, например. Пару слов об альбоме. Ну, давай, пиши. Почему ты не накурен? Окей. Бля, Варян, хватит тушить, пожалуйста. Ебать ты, это я вообще сам, я номер один, братан, торч, как бы. Еще тот торч, как бы. Кизару. Я не люблю, когда мешают эмо-культуру с рэпом, еще раз говорю. И рок-культуру тоже не люблю, когда мешают с рэпом. Рэп — это рэп, а рок — это рок. Единственный, у кого более-менее хорошо получилось смешать эмо-рэп, эмо вообще культуру с рэпом, это у Лил Пипа. Он действительно передавал это грустное настроение и такое страдальческое, чтобы, как сказать, не знаю, как даже это объяснить. Скажи что-нибудь про тейпа. Могу только позитивное сказать, что мне говорить. У тейпа классный вышел последний сингл. Мне очень понравился. Парень делает вещи. И все. Все, что я скажу. И надеюсь, что новый альбом Тейпа очень сильно ебанет всех. Сколько лет катаешь на скейте? Я уже не катаюсь на скейте. Нет времени. Мне кажется, иногда вы пишете, да, просто чтобы что-то написать.
где... Слушал... Что можешь сказать про власть? Это какой-то очень большой вопрос, на него можно очень долго рассуждать. Я тебе в телегу два новых закинул. Да, я послушал Болин, не мое, Флори. Болин — это не мое. Я тебе скоро составлю там список, которых я отобрал битов. Там очень большой список. И если честно, уже хочется работать, потому что после таких альбомов подстегивает. Как тебе расследование Навального? Ребят, я не верю интернету. Ну, мне абсолютно наплевать, что там происходит. Кого отравили, кому верить, кому не верить. Сейчас такое время, что не стоит вообще верить никому. В принципе, я и так никому не верил. То есть, и вставать на чью-то сторону я не собираюсь. Как-то так. Вообще не знаю, кто пиздит, кто не пиздит, и проверить я это не могу. А как же родные? Если бы я слушал своих родных, я бы... не стал тем, кем я стал. Олег, я грустный, потому что у моего любимого рэпера вышел полный пиздец. Я расстроен. Ну, лучше пойду послушаю. Это нормально. Нормальный мусор какой-нибудь. Димбо ребанада стиль артесана. Бля, это реклама на Ютубе, конечно. I got all of it.
заходишь, блядь, в прямой эфир, а потом такой думаешь, вообще нахуй ты вообще сюда зашел, как бы, ну. Для кого ты сюда зашел? Ладно, ребят, удачи вам всем.